Доводит дело до удара и до гола. Автором мяча становится, естественно, Борха Бастон. Шестой гол Бастона в чемпионате. Повезло здесь. Не разобрался Клаудио Браво с партнером. И к отскочившему мячу Бастон оказался... У него оказался Бастон первым и, конечно, сразу же пробил по воротам. Вот так вот Эйбор довольно неожиданно вышел вперед. Во-первых, отметим подкат под Бартру в исполнении Симона Верди в центре поля. И дальше Клаудио Браво вот здесь вот... достает этот мяч, а удар по воротам, кстати, Кеку наносил, который вообще всю эту кашу здесь и заварил в центре поля, отобрав мяч. Нет, тут Клаудио Браво ни с кем особенно не сталкивался. Так сложились обстоятельства. Пазл такой для Эйбора получается удачный. Вот так вот 1-0 повел Эйбор. Сагава Мачерано hacia Busquets. Este juega con Neymar, ya tiene delante a Capa, es un uno contra uno. Neymar que se mete hacia adentro, sortea también a Keco, pero de momento sigue la jugada para el Barcelona. ¡Qué gran pase hacia Sandro! Y la definición de Luis Suárez en un auténtico golazo también del FC Barcelona. Llega el tanto del empate, minuto 21 de juego. En esa gran acción iniciada por Busquets, continuada por Neymar, la apertura hacia la banda derecha, el toque de primeras de Sandro y la llegada prácticamente a placer de Luis Suárez, que termina dándole el empate al FC Barcelona en un momento en el que quizá por juego estaba empezando a tener un cierto aire de intranquilidad. Qué ahí está el pase de Busquets. Qué buen balón de Busquets. Hay que ver si, Sandro está más avanzado que Juncá, que era el último hombre. Ahora la acción combinativa es preciosa, primer toque en la espalda, asistencia a la llegada, no solo de, Luis Suárez que remata, sino también de Neymar, ¿eh? Pues ya la única duda que nos queda es poder comprobar la posición de, Sandro en su salida tras el pase de Busquets, muy justa, sinceramente muy justa, y vamos a ver si tenemos la opción de, poder... Барселона мяч. Неймар пытался найти передачи Хорди Альбу. Неймар в штрафной. Суарес забивает! Забивает Суарес второй мяч. Вот так вот быстренько, но как же здорово опять сыграл Неймар. За красивую, хорошую игру очков не дают, а жаль. Эйбар сегодня очень хорош был в первом тайме. Во втором пока непонятно, потому что он только-только начался. Вот смотрите, как смело пошел здесь Неймар. Не стал убирать ногу. Кстати, Капу он здесь обыграл тем самым. Ну, а дальше уже Луис Суарес, один из нападающих, умение реализовывать моменты которых просто не требует никаких доказательств. Конечно, расстреливает ворота здесь без шансов для Эйбара. Один повела Барселона. У Лионеля Месси одинаковое лицо независимо от счета. При счете 0-1, при счете 1-1, при счете 2-1-1. Accelerează Neymar, acum frânează brazilianul, pasă pentru Luis Suarez, este gol!